Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Арт-простір» і з вами я, Галина Щерба. Ми знову у нашій студії привітаємо творчу особистість. До речі, кожна творча особистість, яка приходить сюди, стверджує свою думку про наше місто. Поети говорять, що Миколаїв – місто поетичне, музиканти, що Миколаїв – місто музичне, а наша гостя Тетяна Скупченко стверджує, що Миколаїв – місто театральне і має на це свої аргументи. Я вас вітаю у нашій студії. Добрий день. Отже, ми зараз послухаємо усі ваші аргументи у суперечці із представниками різних інших творчих професій. Але спочатку я хочу глядачів наших познайомити більше із нашою гостею. І дивимося візитку. Тетяна Скупченко – провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Є керівником Народного студентського театру «Маска» та дитячого театру «Чердачок». Освіта вища – майстер театральної справи. З червоним дипломом закінчила Миколаївське державне училище культури за спеціальністю керівник аматорського театру. Згодом – Київський державний університет культури імені Корнійчука, а тепер ще й Харківський університет мистецтв імені Котляревського за фахом режисура драми. Все життя віддає театру і своїм вихованцям. Любить бачити щасливі очі дітей. Хобі – шиття. Дозвілля немає. Отже, ми продовжуємо нашу програму. Тепер ви знаєте, хто така Тетяна Скупченко. Більше про неї дізналися із візитної картки, а зараз послухаємо її саму. Отже, чому ви стверджуєте, що Миколаїв – місто театральне? Ну, от давайте будемо говорити даже о прошлом. Давайте. Наша Миколаївська область известна тим, що в Братском районі родились коріфеї, которые подарили нашей Украине украинский театр, которые подарували, как говорят, да, нашей Украине самых главных людей, которые вдохновили и помогли создать наш украинский театр. Это Старицкий, это Саксаганский, это Мария Садовська-Барілоті. И вот даже сегодня... Их учаемые в школе до сих пор, и их выставы досі идут. Они популярны по сей день. Сцене. Вы знаете, вот настолько интересно, чтобы эти пьесы писались давным-давно, вроде бы, да, прошло там столетия, прошли, да, вот. Но они популярны сегодня. Значит, это было из народа, от земли они вышли. И они писали то, что... на Миколаївщині. Да, да, да. И вот, как говорит, истоки на Миколаївщині. И еще, назовите мне хотя бы еще один город, в котором есть три академических театра. В нашем городе три академических театра. Русский академический, украинский академический. Вот недавно театру кукол тоже придали статус академического. Поэтому мы не можем не гордиться тем, что у нас такие шикарные театры. А отсюда, наверное, то, что если они имеют такие огромные статусы академические, значит, у нас и город, люди очень... любят театр. Они хотят смотреть, хотят творить, хотят вдохновляться. Поэтому и аматорские театры у нас тоже не уступают академическим. И очень много театров аматорских вот на, так сказать, наступают, как говорит, да, на пятки, будем так говорить, нашим театром академическим. Від професіоналів не відстають і аматори. Конечно. Ви також додаєте свою частку душі і професіоналізму у розвиток театральної справи на Миколаївщині. Я работаю ведущим методистом театрального жанра в Николаевском областном центре народного творчества и культурно-освітньої роботи. Я хочу сказать, что помимо этого я как методист не только помогаю практически и методически нашим районам, я еще все материалы, которые я даю нашим районам, апробирую на своих ребятах. Вот у меня есть тоже народный студенческий театр «Маска» и детский театр «Чердачок». И прежде чем что-то давать нашим районам, я всегда апробирую на своих студентах, на своих ребятишках. Поэтому я с полной ответственностью могу сказать, что весь материал практически и методически уже прошел адаптацию, и он нужен нашим районам. Я хочу сказать, что у нас в области очень много народных театров, и театров, которые имеют почетное название образцовые, зразковик, так скажем, да? У нас театры стали появляться, зразкови. У нас много театров, которые еще не имеют звания народные, но уже на пути к этому. И я, знаете, вот как мама гордится своими детьми, я тоже очень горжусь этими театрами, что я причастна к тому, что вот театры взрослеют, театры получают профессионально
профессиональный рост и заслужит уже название народный изразковый. Ви педагог, якого слухають, якого люблять і настанови якого беруть до уваги. Ваші випускники вже на професійних завоювали професійні сцени не тільки в Україні, в Києві, у Львові і навіть за межами нашої країни. Тож ви спостерігали за розвитком своїх вихованців. Що б ви могли сказати, от за вашими спостереженнями, як саме на розвиток особистості впливає театр? Ви знаєте, це очень моя любимая тема. Вы затронули то, что я каждый раз говорю, что театр, наверное, единственный вид искусства, который развивает гармоническую личность. Почему? Вот, например, ко мне в студию приходят малыши от 2 лет. В детский театр «Чердачок» изначально спрашивают, когда можно приводить? С 2 лет. Почему? До 5 лет формируется характер. Даже систему Станиславского нужно вкладывать до 13 лет. Потом уже сформировался характер, потом уже человек немножечко по-другому мыслит, и потом уже, говорят, поздно, да? Почему говорят, что основы театральные азы нужно давать в раннем возрасте? Потому что театр развивает внимание, память, фантазии, ассоциации, координации. Есть масса упражнений, которые именно способствуют тому, что ребенок, придя в школу, чувствует себя личностью. Он не боится подойти к доске, не боится сказать что «нет». Он не боится отстаивать свою точку зрения. Мне очень приятно, когда мои родители говорят, что благодарность, слова благодарности за то, что вот наши дети, придя в школу, они лучшие. Лучше во всем. Потому что это театр. Есть масса упражнений, знаете, есть помимо этого… Навіть на математику впливає? Конечно, конечно. Вы знаете, на математичні здібності. Да, это же мышление. Говорят, математика созвучна с музыкой, кстати. Поэтому мышление, это в первую очередь мышление. Вот дети, например, вот мы не замечаем, да, что дети играют, просто вот они верят в предлагаемые обстоятельства. Но они же уже маленькие актеры, они верят в то, что это не просто стол, а, допустим, это какой-то царский трон, допустим, и там царский какой-то атрибут чего-то там дворца. Они маленькую деталь берут и превращают ее в своем мышлении, в своих фантазиях, в какую-то сказку. Вот и проживают житейную ситуацию, приучаются до жизни. Да. Поэтому нельзя вот убивать, надо развивать вот то, что дано детям от природы. Я хочу больше сказать, что детей неспособных не бывает. Правда. Все поцелованы Богом, как говорится, у каждого ребенка есть свои творческие способности. У кого-то они где-то глубоко, у кого-то вот они на поверхности, только если глубоко немножко, покопашись чуть-чуть, поройся чуть-чуть, помоги ему открыться. И ребенок как цветок открывается. Вы знаете, это могу долго-долго говорить, потому что это правда, когда наблюдаешь за ними, как они приходят, 1,8 года пришел ко мне мальчик Коленька, он еще говорить толком не умел. Но уже в 1,9 года мы сделали сказку «Теремок», где ребенок выходил. Ну вот подумайте, да, выйти вовремя под музыку, сказать какие-то слова, пусть немного слов, пусть чуть-чуть. Но ребенок говорит, он понимает, что это сказка, он играет в сказку. Мне очень нравится заниматься этим с детками, которые постарше уже ребята, они больше нагрузка другая идет, более сложная нагрузка. У студентов еще сложнее нагрузка. То есть по этапности работы они предусматривают, что для детей где-то мы даже с ними играем, просто вот обозначим это чисто по-детски, а студентам уже более говорим терминологии театральной, чтобы было понятно. Хотя я вам скажу, что когда детям тоже объясняешь театральную терминологию, они понимают не тоже. Да, давайте подивимося, як горять очі у ваших вихованців, коли вони на сцені. Давайте. Як зразковий предок та близька людина, батько витяг щоденник і спільна сила. Відкриває там чином. Я у полі гечки, пана двіям, кілька двіям, решта одинички. Я прийшов оце до вас, привітати з гарним святом. Миру і щастя вам багато, щоб життя було без бур. Василенко я, Тимур. Дуже не любить, коли на неї ривнути чу-чу, бодай тобі була здохла. Оце є свиня. При 9-му славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможий ох. Не встигла обернутись,
Мене вже в щось одягнули, на кухню переправили і рот відкрили. Бабуся в нього суп заливає, дідусь кусочки хліба кидає, мама ще й яєчню засовує. Ну, а тато щелепами рухає. Моїми щелепами. Вот видите, это я хочу еще раз прокомментировать ребята, которые выступали. Вот он недавно прошел конкурс размовного жанра «Бар в Нади», и присутствовали, приезжали представители разных-разных районов, регионов нашей области. И вот мы сейчас увидели первый ребенок, это девочка Мадина, воспитанница театра «Мечта» нашего палаццо творчества «Учим» города Николаева. А дальше, ребята, это был ребенок из Доманевки, ребенку 5 лет, но он еще, вы заметили, да, что плохо еще говорит слова, но он уже на сцене, ему есть уже о чем говорить. Дальше ребенок был, это Тимур из Кривого озера. Это просто чудо, у которого глазки горят, вы сами это видели, что горят глаза от того, что вот он на сцене, он может подарить людям свое мастерство, а у него же есть это мастерство. И дальше вот представители Братского района. Я хочу сказать, что их очень много было, малышей и среднего, и разных категорий возрастных, но эти детки запомнились тем, что невозможно было от них оторвать глаза. Они когда читали свои произведения, конкурсную программу, получаешь массу удовольствия, ты думаешь, боже мой, наша культура, значит, в правильном направлении, в правильных руках, потому что эти дети, они уже хотят что-то сказать, они уже умеют это сказать, и мы счастливы от этого, потому что детки наши молодцы, они лучшие. Отже, ми не будемо сперечатися з вами у вашому твердженні, тому що театр і для здоров'я навіть корисний, і для розвитку всієї особистості. Можна додати по здоров'ю, тому що є така система Стрельникова, гимнастика Стрельникова, дыхательная гимнастика Стрельниковой, она, если заниматься нею, там же есть определенные упражнения, если нею заниматься систематически, то ви навіть астму можете вилічити. А ми, я думаю, що проведемо декілька вправ наприкінці програми нашої. А у мене запитання, чи є у миколаївців можливість не тільки спостерігати за творчістю професійних театрів, але і самим виявити свої здібності на аматорській сцені? Конечно, конечно. Вы знаете, у нас в городе очень много есть театральных коллективов, очень сильных театральных коллективов. И в области тоже. И вот, например, город, да, во-первых, начнем с, есть большой молодежный театр «Стук», который находится при Дворце культуры и искусств городском, есть при областном Дворце культуры театр «Парадокс», есть Корабельный район, там свой театр, Молодежный дворец культуры, там тоже есть два театра. То есть практически в каждом регионе нашего города есть такие, я сказала, масштабные, такие значимые театры, которые всегда рады пригласить талантливую молодежь к себе в гости, потому что главное желание. Бывает, что ребенок... А якщо не молодь, якщо творча особистість такого вже серйозного Есть такие віку. Коллективы, которые тоже принимают. Вот, например, знаю, тобто, хто захоче, конечно, той зможе знайти. Конечно, конечно. Здесь нет ограничений возрастных, главное желание. И я хочу напомнить еще, что вот бывает, говорят, что ну вот я хочу, но я не умею. Не бывает такого, не умею. Каждый, кто хочет, чего-то добивается. Главное – желать. І знайти свою роль. Да, 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 правда. А от стверджують, що кожному актору потрібен глядач. Як зустрічає Конечно. Глядач Миколаївщини виступи аматорських колективів? Професійні театри, ми знаємо, що наш глядач любить, ходить, розкупає квитки і аплодує. Стежить за премьерами, а от аматори підтримують? Звісно, я вам скажу, що у кожного театру є свій зритель. Ну, в першу чергу, це, звісно ж, родители, знакомые, бабушки, дедушки. И пошла дальше, круговая порука, как я говорю, потому что знакомые знакомых. Вы по підтримке. Да, да. Вот ребенок учится в школе, допустим, да, весь класс переживает за него, конечно, приходит на спектакли. Ребенок где-то взрослый, где-то работает, приходит с работы. То есть, вы знаете, каждый, вот в каком бы коллективе учился или работал бы наш аматорский актер, актер-аматор, приходят люди, которые заинтересованы, чтобы увидеть талант этого человека на сцене. А мы можем порівняти глядача с места и в районах?
у глибинці. Що подобається людям? Чим відрізняється, що подобається? Ви знаєте, мені кажеться, що от в районах там особа атмосфера, там особа публіка. І всі от творчі проєкти, які були в районах, вони немножечко такі, знаєте, от вони, я б сказала, чище, може бути. Вони не запилені наносним таким, знаєте, от чим-то, то, що в місті присуще. В районах більше люблять фольклор. В районі більше люблять ті произведення, в яких їх душа відражається, в яких їх вот конкретно наболевши что-то. І там настільки... Наприклад. Ну, наприклад, вот їм... Мені здається, що будь-яка п'єса, в ній душа автора. Конечно, душа автора. Но, наприклад, молодіжні проєкти дуже мало йдуть в районах. Там більше йдуть такі проєкти, які, вот, будемо говорити, возрастного направлення. Тобто модернові проєкти вони не дуже переживаються. Наприклад, Старицький. Водной Канівець, да, Кутляревський, да. Вот класика, больше любят классика, как ни странно, да, вроде бы. Но классика, она жива и по сегодняшний день и любима в районах. Очень любят миниатюры, очень любят такие экспромты такие делать на какую-то тему. Но в основном, если это большое полотно, то это классика в основном. И всегда залы забиты. Мне очень нравится, что во всех районах зрители поддерживают и, наверное, и вдохновляют, потому что, увидев работу, как зритель отреагировал на работу творческую, да, хочет что-то новое сделать, что-то новое, чтобы еще, еще, еще приходили зрители. А давайте подивимося еще один видеофрагмент. Давайте. И вы его потом прокомментируете. Хорошо, давайте. На охоту идемо. За плечима по рушниці несемо. Кум мій каже, вбити зайця – то не клас. От би вовка тарахнути хоч раз. Тут він раптом заікнувся і замовк. Бачим, суне по дорозі сірий вовк. Хочу, мамо, ослика! Хочу в магазин! Купи, мамо, ослика! Тебе ж є один. Хочу, мамо, ослика. Тебе ж уже є. Купи, мамо, ослика. Знову за своє. Хочу, мамо, ослика. Хочу в магазин. Віршик цей читається 45 хвилин. Ну, вот мы только что еще раз посмотрели, это был конкурс «Барва Нади», просто это вот только-только недавно там закончился, поэтому много-много хочу рассказать и показать про конкурс «Барва Нади». Это конкурс разговорного жанра, мы его расширили, потому что раньше был только Шевченко, классика, а потом пошли миниатюры, стемы, всякий там народный юмор, миниатюры, даже отрывки из спектаклей, даже разрешали для чего, чтобы народ проявлял себя. Вы знаете, не всегда есть возможность показать большое какое-то полотно или отрывок из большого полотна, а вот какие-то миниатюры, какие-то маленькие фрагменты из каких-то вот моноспектаклей тоже мы приветствуем, и вот они показывали. И вот в данный момент я хочу прокомментировать то, что вы видели. Это люди, которые приехали из дальних районов. Люди, которые живут в селах, даже не в районах, в селах, но не настолько вдохновленные, настолько творческие люди, что им постоянно хочется выступать на сцене, постоянно говорить о своем «я». Тобто люди мають свою роботу, мають своє домашнє хозяйство, велике господарство і знаходять конечно, час для театру. Да. Мало того, вони дзвонять, вот, наприклад, там із Баштанського району жінка читала про ослика, да? Женщине уже за 60, но она настолько еще творчески дышит современностью, будем так говорить, да, вот про ослика, вот она, я не знаю, есть ли у нее внуки, нет, это я не могу сказать, но она вот настолько передает точно поведение детей, это приятно, что взрослые, они не взрослеют, мне кажется, когда у каждого взрослого в душе будет оставаться маленький ребенок, маленькое дитё, да, как говорят, да, тогда это будет хорошо, потому что мы пока дети, мы творим. А когда мы начинаем становиться взрослыми, говорят, вот мы взрослые, и мы начинаем замыкаться, это неприятно, потому что, да, взрослый отвечает за поступки, но в душе
должен быть всегда маленький такой, я бы сказала, даже чертенок, да, который вот что-то двигает, заставляет нас как-то вот что-то делать интересное, новое, неповторимое, нестандартное, неординарное. Чтобы... И театр дає можливість випустити це бісенятко на відкриту сцену і показати всі його можливості. Що з успіхом доводять ось учасники найрізноманітніших заходів? У нас проходит, вот прошли, почему было так много внимания уделено Барвам Надеи. Барва Надеи закончилась, да, вот прошли уже. Вот у нас скоро вот будет уже 28, 29, 30 марта семинар. Я называю для профессионалов. Для профессионалов, потому что для режиссеров народных театров, для студентов вузов профильных, там, может быть, для студентов нашего колледжа культуры, может быть. Почему? Вот сейчас мы приглашаем, мы постоянно проводим два раза в год, два разных семинара. Первый семинар – это... как еще раз сказать, для профессионала, для того, чтобы люди, которые уже знают, чего хотят, работают с народным театром или с театром, который еще не получил звание, но уже готов на пути получить звание, и мы даем не азы режиссуры, а я говорю уже высшую школу режиссуры. А в октябре мы проводим тоже семинар, как мы говорим, для начинающих режиссеров, те, кто вот еще... не знает всю режиссуру, когда глобально, но делать первые шаги, чтобы сразу, ну, не запугать человека большими масштабными знаниями, то, что мы хотим дать им. И вот к нам в апреле приезжает из Харькова мой преподаватель, профессор, он преподает и в Харьковской академии культуры, и в Харьковском университете культуры, Борис Игорь Александрович, со своими студентами, которые покажут и расскажут на базе отрывка из спектакля, они будут показывать, значит, разные школы театральные, режиссерские школы, и Гордона Крэга, и Чехова, и многих-многих-многих. И главное, что он покажет свою театральную школу. У него своя методика, его авторская методика, которая отличается от других школ, а других методик, і це дуже цікаво. Я думаю, що це дуже цікаво, і буде багато слухачів на цих семінарах. Скажіть, будь ласка, я до іншого питання хочу перейти. Ви як педагог, дайте, будь ласка, пораду нашим глядачам. От ми послухали, яка... Ну, ми це і самі трошечки знали, я думаю. І принаймні хтось здогадувався, якщо і не знав, що театр – це класна штука. Так, але і для здоров'я, і для особистості, і просто для задоволення, для власного. Як дитину привчити до театру? Мені кажется, нужно для начала просто первое, що це читати ребенку сказки. Вот сам до годика, до двух, допустим, когда ребенок еще вот не может пойти в театр, читать просто сказки. Когда ребенок читает, слышит сказки от мамы или от папы, или от бабушки, он уже фантазирует себе, это первое. Второе, когда ребенку уже хотя бы годика полтора-два приводить в театр. Вы знаете, вот сейчас очень много поисков в театральном направлении, и вот за рубежом мне нравится такое, сформировался театр экспериментальный, когда привод полуторагодовалых детей, 5-6 человек всего лишь, и вот они вместе с актерами на сцене во что-то играют. Вот, допустим, это 15-минутный, не больше, спектакль. Допустим, там «Приключения ослика», да? Вот. Я когда-то, когда девчонки были маленькие, мы говорили там, придумали каждый раз им сказки, жили-были две старушки, две веселые подружки, привет Тиле, привет Тале, ну куда мы давно с тобой летали? Ой, давно летали, куда же мы с тобой полетим? Я говорю, куда мы сегодня полетим? Вот мы, говорит, девчонки, давай полетим там на остров, там, приключения там какого-то там, кирпичей, ну там условно, да, или остров там, там цветов. И мы на ходу придумали вместе с ними сказку. Вот поэтому мне кажется, что если вот 15 минут, когда вот придет ребенок с мамой или с папой, или с бабушкой на сцену какого-то театра, можно придумать на ходу какое-то приключение и вместе с ним это приключение разыграть. Да, это где-то близко с анимацией, но это то, что мы вкладываем в ребенка. Второе, просто когда ребенок, допустим, уже подрос, ходить в театр. Да, дети бывают иногда не высиживают. Вот если нравится ребенку, пусть приходит, пусть смотрит. И потом нужно всегда еще обсуждать с ребенком, что ему понравилось, что не понравилось, почему понравилось. А он хотел бы так поступать, как эта девочка или как этот цветок? А что нужно сделать, чтобы так условно цветок раскрылся, допустим, да? Вот. Ну и, конечно же, потом уже где-то вот с 3-4 лет уже приводить просто театральный коллектив, потому что я еще раз говорю, вот ко мне ходят дети, вот в чердачок, да, я говорю, что я не пытаюсь сделать из вас актеров. Кто-то захочет, оно, жизнь подскажет, пойдет по пути. Но для того, чтобы быть личностью, вы приходите, вы работаете, вы творите, и тогда ребенок будет личность.
Дякую вам. Дуже цікава відповідь. Я думаю, що батьки використають її у такому непростому процесі виховання. А ви обіцяли нам ще й практичні поради. Я хочу сказати, що наша гостя ще підготувала на найрізноманітніші конкурси чимало дітей, які вже стали дорослими. Навіть якщо наші глядачі дивляться ранкову програму «Новий день», то Інна Савіцька, її ведуча, також вихованка Тетяни Скупченко. І дивіться, який в неї голос, яка постава, яка вона красуня. І я думаю, що це і ваша заслуга в тому числі. Як поставити голос, тому що вміння виступати не тільки на сцені, а й доводити свою думку, викладати свої доводи, аргументи – це також важлива наука, яка стане в житті дуже корисною. Я хочу сказати, это, конечно, должна быть отдельная программа, наверное, чтобы об этом говорить, но... А мы повинні встигнути сьогодні. Да, хотя бы азы сказать о том, что, вы знаете, самое первое, что хочу сказать, что нужно попробовать работать над дыханием. Это самое главное, потому что если ребенок читает, начинает вдруг, вот, это неправильно. Значит, ребенок должен так... разложить свои кусочки чтения, будем так, да, чтобы он понимал, что он, значит, прочитает, добор воздуха пошел произвольно и так дальше. Мы, например, с детьми, когда начинаем работать над дыханием, самое первое... Это дорослым корыстно, да, я думаю. Что мы делаем? Мы начинаем просто отдуть. Элементарно. Вот надувать шарики. Самое первое. Надуваем шарики, вырабатываем дыхание, вырабатываем свои дыхательные диафрагмы. Да? Дальше. Мы задуваем свечу, поиграем со свечой. Вот детям это очень нравится, когда ты говоришь, пусть свеча поиграет, допустим. Ты по чуть-чуть дуешь или так сильно задул ее. Или пусть она потанцует. Вот она танцует, значит, а по чуть-чуть мы дуем, и она начинает только-только вот так танцевать. Дальше. Есть очень много моментов, когда мы работаем над речью. Для того, чтобы начать работать над речью, мы работаем над своим аппаратом. И я говорю, давайте поработаем, сделаем зарядку для хвоста. Зарядка для хвоста – это значит зарядку для своего языка. Им очень нравится, когда мы делаем там, ну, все, они будут повторять там язык вверх, к небу, а когда мы работаем губками, машина, вот с машины, они обожают работать с машиной. Почему? Машина будет грузовая, машина легковая. Это тоже пошел звук. Да? Ниже, выше. Это театр. Да, это тоже театр, конечно, тоже игра. Дальше, я заставляю себя полюбить и говорю, что каждый, вы самый-самый лучший. Одно из упражнений, когда выходит любой участник театра на сцену, говорит, я самый умный или я самый красивый. Надо сказать так, чтобы они поверили, все сидящие в зале, что я самый красивый. Почему? Это опять-таки, это дает возможность ребенку поверить, что он самый лучший. А ведь каждый ребенок самый лучший, понимаете? Что, как это бы ни было, у меня даже в взрослом театре, в студенческом в моем, в маске, есть девчонки, которые приходили такие, вот знаете, скованные еще, что полненькая, может быть, или не такого, не такая красивая, казалось бы. А когда им говоришь каждый раз, что самый лучший, самый умный, самые красивые. И вот они постепенно раскрываются. Стают так. Да, да. И даже интересно, что вот был когда кастинг, вот недавно проходил кастинг на лечащий доктор, да, у нас в театре. И девочка у меня пришла, говорит, Тёня Николаевна, я прошла? Я предложила всем, пойдите, гляньте, попробуйте себя, пойдете, не пройдете, это дело такое, что... Она говорит, я час сидела, как вы говорили, сейчас вдумалась в текст. Я обычно говорю, что в тексте всегда заложено, это как айсберг. Верхушка айсберга – это только то, что мы читаем. А вниз спрятан. Нужно вдуматься, что между строк. Ну, и так еще самое главное, хорошо. Когда говорите... Нужно знать, что есть три регистра у нас. Я не говорю о том диапазоне. Вот верхний, середина и нижний. И одна и та же фраза, произнесенная в разных регистрах, звучит совершенно по-разному. Например, вот, допустим, у вас шикарная ручка, да? У вас шикарная ручка, у вас шикарная ручка, у вас шикарная ручка. Понимаете, что получается? Комедия, драма, трагедия. Вот получается от того, что как мы говорим. Поэтому пожелание всем тем, кто выходит на сцену или делает первые шаги, понимаешь, что фраза произнесена не просто фраза, она должна быть произнесена в особом регистре. Что я вкладываю в эту фразу? Либо я открываю и говорю «Здравствуй, мир», либо я говорю «Здравствуй, мир». То есть по-разному можешь произнести, понимаете, совершенно. Поэтому это очень важно знать регистры, знать свой диапазон. И самое, наверное, главное – научиться говорить на низах, потому что низа никогда не подведут. У нас часто в практике берут верхотуру почему-то, и я говорю, пускают петуха. Ну, вот так, да. Давайте тоді завершувати на цій не успеваем, практичній ноті. Я думаю, що хто захоче –
той отримає, знайде інформацію і так буде розвиватися. І пусть прощається к нам в наш центр Ніколаївський, обласний центр народної творчості. Ми покажемо, підскажемо, нет вопросов, ми для всіх завжди відкриті. В Миколаєві є професіонали, які не тільки покажуть вам чудову виставу, але й ще навчать любити театр, допоможуть у всьому. А ми дякуємо усім глядачам, шануйтеся і прощаємося до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Спасибо.